прошлой неделе вышел классный вебинар про синдром самозванца. Я хотел, чтобы вот эту основную идею еще раз кратко донесли. Я считаю, что ключевой идеей борьбы с синдромом самозванца является цитата Карла Юнга, что человек не является совокупностью обстоятельств. И одного из древних, который сказал, человек не представляет из себя события, которое с ним произошло. Человек представляет из себя то, что он из себя являет. Развивайте свою личность, а не становитесь мешком обстоятельств, которые прикидываются вами. Почему такой запрос на эту тему? Я думаю, это связано с тем, что устали в корпорациях. То есть сделать рывок, изменить что-то в своей жизни страшно. Правильно? Конечно. Ну, для этого же надо действовать. Поэтому проще не действовать, а сказать себе: я нового места недостоин. И даже то, что я сделал сейчас, как я сейчас работаю, это же коллективный труд, поэтому здесь меня особо нету, поэтому я из себя ничего особенного не представляю. Это такая слабость. И психологи этому помогли. Сделав популярным и назвав это синдром самозванца, они человеку облегчили быть лузером. Облегчили возможность быть лузером. Одно дело, я слабак, я не могу ничего поменять в жизни. А другое дело сказать: а у меня синдром самозванца. У меня вот такой синдром, еще вот такой у меня синдром. Мне надо, чтобы кто-нибудь меня лечил. Пусть меня лечит, а лечить пока непонятно, кто будет. Поэтому я пока ничего делать не буду. Понимаете, да? Очень вредят психологи. Я даже не знаю, может быть, это не они, кто придумывают вот эти научные названия обыкновенной лени, обыкновенному отсутствию воли у человека быть счастливым. Знаете, мне лень вообще грамотно писать. Ой, у меня дислексия. Возьми, выучи, пиши грамотно. Какой еще самозванец? Какой синдром? И вторая проблема, почему так популярен синдром самозванца, потому что снимает с себя ответственность в работе, да, и в жизни. Поэтому выделить свой продукт невозможно. У меня нет синдрома самозванца, потому что меня спросят: а что ты делаешь? Я тут скажу: я вот это делаю, я вот это. В этом проекте я вот за это отвечала, я это сделала. Ты в правительстве была, что ты сделала? Я говорю: законы по малому бизнесу, вмененный налог и так далее, закон о некоммерческих организациях в парламенте. Я никогда не говорю: я продвинула образ женщины в политике. Нет, я вот конкретно раз, два, три, четыре. Но подспудно же это тоже. Это не важно. Я говорю, мы говорим сейчас про синдром самозванца. Он возникает у людей, которые никогда не берут ответственность за конкретный продукт и за конкретные действия. Поэтому чаще всего работают в корпорациях или работают рядом с кем-то влиятельным. И все это размывается. Потом говорят: ой, я такой слабый, у меня низкая самооценка. Я страдаю синдромом самозванца. В общем, чушь собачья. На Ютубе есть целая программа. Я видела ее, да. Ну, мне просто вдруг кто-то не видел, поэтому очень хотела задать вопрос, потому что это действительно психолог, к которому хожу я, говорит, каждый второй приходит с этим синдромом самозванца, говорит, уже сил нет. Потому что всем нравится теперь болеть. Все научились болеть. Тем более внешняя среда помогает. Болей, блин. Ну, не коронавирусом, так болей синдромом самозванца. Мне часто приходится слышать про синдром самозванца, и об этом, как правило, говорят люди достаточно успешные, популярные. И дальше они говорят, что вот как-то они себя, может быть, чувствуют, что завтра очнутся, проснутся и выяснится, что король-то голый. Ну, на самом деле, тревога, что ты можешь чем-то не справиться, естественно, и для людей, которые достигают уже успеха и справляются со своими задачами. Но, с другой стороны, в этом есть немножко лукавство, потому что таким образом человек как бы приближает себя ко всем остальным и говорит: я такой же, как вы, не судите меня строго. Вот. Может быть, и правда, не надо их строго судить, и не будет никаких самозванцев. Называемый синдром самозванца. Что можете, ну что вы о нем думаете и что вы можете посоветовать человеку, который от него страдает? Ну, вы должны меня извинить, я врач, такого синдрома с медицинской точки зрения нет. Поэтому, если вы мне расскажете, то я попробую
высказать свою версию этого дела. Речь идет, синдром, наверное, в переносном смысле здесь имеется в виду. Речь идет об ощущении, что человек не имеет права находиться там, где он находится, что те доходы, почести, призы, которые он получает незаслуженно, что он обманывает всех. Это правда. Все всех обманывают. Главная аксиома, применимая к людям, все лгут. Мы вообще живем в мире, где все всех обманывают. И думать, что где-то есть объективные критерии, это большая ошибка. Гениальным признается не то произведение, которое по каким-то объективным критериям гениальное. Оно, конечно, должно соответствовать целому набору всяких разных стандартов, вот, но оно, прежде всего, должно быть в тренде, и должно быть куча вещей, которые должны случиться. В книге «Чертоги разума» я говорю, что если бы у вас не украли, если бы Мону Лизу не украли из Лувра, безумный итальянец, который решил, что нужно во что бы то ни стало вернуть ее на родину, то эта картина так и висела бы среди десятка других на одной стене. Сейчас ей отведен целый зал. И это было связано, потому что в этот момент появились газеты, в этот момент появилось радио, и про это говорили на каждом углу, и это было очень такое жаркое время, и эта картина Леонардо превратила его в невероятного гения. Ну вот, хотя, в общем, да, он придумал перспективу, ту, которую мы теперь знаем, да, в классической живописи и так далее. Он сделал массу вещей очень важных. Но мы бы считали их принадлежными кому-то другому, если бы кто-то другой, чью-то другую картину украли и вернули в Отечество. Поэтому, конечно, любой успешный человек – самозванец. Вот. Но это совершенно не значит, что мы должны отрицать его достоинства. Его достоинства, возможно, не просто творческие. Умение преподнести себя, умение понять, что нужно аудитории, умение просчитать какие-то вещи, связанные со становлением искусства. Это тоже особые интеллектуальные навыки. Именно поэтому я говорю, что если вы хотите быть успешными, вам придется использовать разные способы сборки интеллектуальных объектов. Не только тот, к которому вы привыкли, но и другие инструменты. То есть нужно дать себе право быть самозванцем? Разрешение? Можно делать все, что угодно, вы в любом случае самозванец. Нет объективного критерия. Понимаете, до тех пор, пока нет объективного критерия, каждый самозванец. А их нет и не будет.